Здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим Новым годом. Чтоб все было хорошо. Сонь, слезай, упадешь. Мам. Слезай. А салюты будут? Будут только попозже. Вот так ты все увидишь. Ну что, не расстраивайся. Слезай, мой одуванчик. Я не расстраиваюсь. У нас с тобой Новый год. Я тебя люблю. Ты моя умничка, мое солнышко. Вот так. Нравится? Конечно. Ставь своего Деда Мороза. Хорошо. Мама, а он ей папа? Нет. А кто? Скорее, наверное, дедушка. Жаль. Ну вот. Вот и Новый год. Пойдем? Пойдем, моя радость. Не расстраивайся так. С Новым годом, дочь. С Новым годом, мамочка. Ну что такое? Это был странный Новый год. Наверное, поэтому я его так запомнила. Мы ждали в гости тетю Валю и маминого знакомого, врача скорой помощи, дядю Игоря. Но потом выяснилось, что на тетю Валю вдруг свалились родственники из Владикавказа. А дядя Игорь позвонил и не очень понятно сказал, что номер с дежурством не прокатил. Мама ушла плакать в ванную, чтобы не травмировать ребенка. А потом мы стали готовиться встречать Новый год вдвоем. Сегодня я его точно увижу. Но ты же знаешь, одуванчик, он приходит, когда его никто не видит. Да нет, не Деда Мороза, папу. Боже. Но ты же сама говорила, если очень сильно захотеть. Он не придет. Он не придет никогда. Мама часто повторяла, что над нашей семьей висит какое-то проклятие. У всех женщин из рода Кукуровских рождаются только девочки. Такие, как я. Бледные и некрасивые. И всех их оставляют отцы. Так росла бабушка и мама. Вот и я тоже, когда вырасту, рожу девочку и буду воспитывать ее одна. Но в ту ночь, когда чудо не случилось, я твердо решила стать последней из рода. Той, кто разрушит проклятие. Магазин «Русский быт» — это лучшее аудио, видео, продавайте. Наш модельный ряд не уступает другим магазинам города, а наши цены заметны.
холодильники, пылесосы, телевизоры и видеокамеры сегодня со скидкой 10%. Мы рады приветствовать вас в нашем торгово-развлекательном комплексе. В нашей галерее есть 132 брендовых магазина, 2 ледовых парка, кинотеатр с 5 залами на 2000, боулинг с баром, развлекательный центр для детей, бильярдные залы, 8 зон общепита. У нас вы можете просмотреть новые коллекции модной одежды, обуви и аксессуары, окунувшись в мир моды и шопинга, выбрать подарок, принять участие в акции и получить самый приз. Возьмите шарик. Нет, спасибо. Владельцы бесплатные карты могут экономить от 5 до 15 Девушка, шарик, возьмите. В более 100 магазинах нашего торгово-развлекательного комплекса. Не ушиблась? А-а, точно? Ну, давай, беги. Мои зайцы! Привет! Ну все, бегите! Привет! Привет! Сашка так на вас похож? А Гера, наверное, на маму, да? А они вам ничего не говорили? Кто, мальчики? Ну да, про маму. Нет. Да не, нормально. Просто мы расстались. Теперь у нас такое мужское трио. Как же так? Очень жаль. Я тебя обманул. Ну, домашний адрес тот же? Да. Часа два хватит? Думаю, да. Соня, я хотел тебе сказать, если что, я в мастерской. Да, конечно. Да? Эй, а ну потише там. Родька. Я занят. Банк Антей? Угу. Ай, хитрый черт. Ну, что мне с тобой с таким делать-то, а? Может быть, женить тебя? Не смешно. Да ты посмотри, сколько красивых девушек вокруг ходит. Смотреть страшно. Все, конец Антею. А Золушки мне не нужны, пап. Я благотворительностью не занимаюсь. Бизнес. Сколько это продлится? Понятия не имею. Вон, смотри. Этот обмылок тоже здесь. Ну что? Я думаю, минут через 15 сваливаем? Думаю, через 10. Отлично. О, экстерьерчики. А, да-да-да. Всего доброго. Уважаемые дамы и господа! Городская мэрия в лице... В моем упитанном лице. Очень рада вас приветствовать на нашем ежегодном... Погоди, погоди. Ну зачем такой официоз, а? Мы собрались в кругу неравнодушных к городу людей. Мозга нашего города. Мозговой кости. Пионерский лагерь. Вот ежегодному нашему празднику мы приурочили вручение двух специальных наград. Уважаемые дамы и господа, надежда и опора нашего родного города. Это ежегодно. Ну, с опорой все ясно, кто. А вот думаю, что с надеждой сегодня будет. Итак, приятный сюрприз, а? Почетного звания
опоры нашего родного города удостаивается Андрианов Александр Никанорович. Вот генеральный директор концерна «Астор». Ваши бурные овации, господа! Поздравляю! Спасибо, вот, спасибо. О, позвольте. Да. Мы вот себе планировали, что Надежда и Опора встретятся здесь, плечом к плечу, как два атланта. Итак, господа, почетного звания Надежды нашего родного города удостаивается Зельдов Семен Львович! Аплодисменты, господа! Генеральный директор компании «Приз». Поздравляю, спасибо, спасибо, поздравляю, спасибо, вот приз. Ну а теперь Надежда и Опора не откажут нам в дружеском рукопожатии для прессы. Ничего, ничего. Ну вот, практически Надежда не дала свалиться Опоре. О, вот теперь это настоящее рукопожатие. Дорогие друзья, вот так, в непредвиденных ситуациях, Надежда и Опора готовы подставить друг другу свое плечо. Наш вечер продолжается! И снова на нашем подиуме встречайте очаровательные девушки! Аплодисменты! Слышь, а она вообще, знаешь, такая прям как... Она, знаешь, такая прям как пупочка! Да, кстати, знакомься, Семен Львович. Мой сын Родион. Очень приятно. Пойдем отсюда. Пошли, да, пошли. Действительно, а то все вылупились. Я только дочь найду. Дочь? Да, да. Между прочим, девушка на выдане. А? Ну, пойдемте, может, там. Пойдемте, пойдем. Пошли, пошли. А наутро он проснулся и понял, что его мечта сбылась. Он стал настоящим мальчиком. Владельцы нашей дисконтной карты могут вот экономить так от 5 до 15% в более 100 магазинов. Элинуся, мамуся, привет! Для получения спасибо вам большое. Мы как раз сказку читали. Иди сюда. Я хочу куколку. Да. Скажи Соне до свидания. Буду тебя пошли ждать. Давай. До свидания. До свидания. Кукуровская, ты что ли? Зельдова? Ларка, сколько лет? Привет. Привет, привет. Красивая. Обычная. 2 карата всего. Ну и когда? Не спрашивай. Воскресенье. Так скоро? Скоропостижно. Слушай, у нас просто следующий год, он высокосный. Это очень плохо для брака и бизнеса. Кукуровская, выручай. У меня на свадьбе будет детей, ВОЗ и маленькая тележка. Твой профиль. Слушай, ты не обижайся, я бы рада, но я не приду. Понятно. Подожди. Иди сюда. Так, посмотрим. Угу. Эти волосы твои. Ты их выпрямлять не пробовала? Ну-ка, встань-ка. Ну-ка, каблуки, встань. О, совсем другое дело. Красота. Ну, а ты расскажи, какой он твой жених? Ну, он
зацикленный. Ну, не на мне, конечно, на бизнесе. Понимаешь, это свадьба, это папин проект. Деловое слияние. Ну, а как же любовь? Любовь? Были бы деньги. Любовь найдется. Давай. За любовь? Привет. Мам, я же просила ничего не трогать. А я просила бросить эти бумажки, повзрослеть. Это не бумажки. Хорошо, давай будем все называть своими именами. Это не бумажки, это инфантильность. Это твой личный забег от реальности. А это твоя реальность. Тебе нравится? Проклятие рода Кукуровских. Блокбастер без отцовщины смотрите в кинотеатрах страны. Поставь бабушку на место. Я не буду. Я не хочу, мама, как ты. Я не хочу, чтобы меня бросили. Уж лучше совсем никак, чем так. Я никогда, никогда не жалела, что ты у меня родилась. Меня пригласили на свадьбу. Я даже на нее пойду. Теперь тебе легче? Мам, ну где? На шифонере. Салон натуральной косметики по уходу за телом и лицом, расположенный на 4-м этаже нашего торгово-развлекательного комплекса, предлагает средства, разработанные на основе натуральных масел, трав, экстрактов фруктов и растений, которые выращены в экологически чистых условиях на собственных плантациях. С 12 до 14.00 на всю продукцию салона действует скидка. И все-таки все ее движения, улыбки, речи и черты полны так жизни, вдохновения, полны так чудной простоты. Расположенный на 7-м этаже, начинает свою работу через 10 минут. Ой. Приходите сами и приводите своих детей. Да. Какие цветы? А, ну тебе нужно, ты покупай. Пожертвуйте детям, сиротам. У нас господин хороший, прозрачный. Пожертвуйте. Ой, извините. Сувенир за пожертвование. Да, я не кричу. Пожертвуйте. Я не кричу, я так разговариваю, наши папа. Акция у нас. Давай. Руки убери. Не горести ради. Да я не тебе. Тебе я говорю, мам. Все. Еще позвоним. Развлекательный центр для детей, бильярдный зал, 8 зон общепита. У нас вы можете просмотреть новые коллекции модной одежды, обуви и аксессуаров. Извините. Пожалуйста. Вода, спасибо. Принять участие в акции. Спасибо. Нет. Да ничего, заходите. Да? Спасибо. Мне 4-й. Мне тоже. 7-й. Мне выше. Именно для вас. Мы надеемся, что зайдя к нам сегодня. Ну вот. Что значит вот? Эй! Кто-нибудь! Охрана! Чего вы кричите? Сейчас откроют. Это все вы виноваты. Я? Заходите, пожалуйста, люди добрые. Эй! Хам! Курица
Да что, не вымерли там, что ли? Эй, кто-нибудь! Это нот негатива вашего застрял. Замолчите, пожалуйста. Вам что, плохо? Слушайте, я могу вам чем-то помочь? Отстань. Поломался? Да вот же лестница. Да что с вами? Что-то нужно, может быть? Эй, подождите! Подождите, люди! Подождите! Держитесь! Вот так под голову. Дышите! Дышите, вдох! Выдох, вдох! Выдох! Что? Водички? Спасибо. Спасибо. Что? Спасибо, говорю. Странно. Вы такой делает человек? Боитесь какого-то лифта? Клаустрофобия. Нет, это не она. Чего? Что творится? Кто так работает? Совсем. Когда уже лифт почистят? Первый пропуск принят. Мастер сейчас придет. Принято. Ладно. Ну что же это, по-твоему, если не клаустрофобия? Можно ты? Слышишь? Ну, вы всего боитесь. Ты всего боишься. Никому не доверяешь. Все тебя слушаются. Может быть, боятся, я не знаю. А тут какой-то лифт. Страшно, да? Не знаю, по-моему, это очень тяжело никому не доверять. Разобрала. Ну что ж, давай теперь про тебя. Ты думаешь, что ты одна такая? Самая лучшая. Ты выше всего. Думаешь, что ты особенная, что ты живешь над всеми. Над жаждой успеха, денег, достатка. Человек мира. Только жизнь твоя маленькая, как этот лифт. Маленький сундучок, набитый сказками. Кому надо бояться? Я в детстве тоже романтиком был. На Северный полюс хотели уехать. С другом разбили копилки, купили билеты и поехали. Сбежали? Нет, отец поезда снял, все толково объяснил. Алёха уехал, работает там на метеостанции. Дурак. Ну почему дурак? Ну вот ты представь, вот сейчас откроется эта дверь, а там ничего. Пустота. Высота и... только ты настоящий. Ну и что же мне делать там такому настоящему? Ну просто жить. Я не знаю, некого бояться, пугать тоже некого. А потом начинаешь слышать. Кого? Себя. По-моему, за этим люди в горы и ездят. Thank you.
чего дрожишь? Не бойся. Все, едем. Страшно. Помочь? До свидания. Подожди. Подожди. Как тебя зовут? Никак. Земельный участок. Общая площадь участка 9504 квадратных метра. Взят по договору в аренду на 49 лет. Участок прямоугольной формы, сориентирован параллельно проспекта Мира. Рельеф местности ровный, территория ограждена железнобетонным забором. Внутренние площадки заасфальтированы. В окружении, в непосредственном окружении объекта идет активное жилищное строительство. Так что, вам там охрана не нужна? А бумагу вот так взглядом вы не пробовали? Пробовала. Да. А объехать можно? Объехать можно. Выехать нельзя. Заставили. Какое совпадение. Как? Красиво говорю. Почему ушла тогда? А ты что, хотел, чтобы я осталась? Красноречиво. Мне пора. Подожди. Честно, не люблю эти свадьбы. И я. Ну, тогда нас двое будет. Пошли страдать. Пошли.
жених, пожалуйста, кольцо. И вы, невеста, пожалуйста, кольцо. Уважаемые дамы и господа, исполняя высокий общественный долг и руководствуясь законом о браке и семье, я объявляю об обоюдном согласии граждан Зельдовой Ларисы Семеновны и Андрианова Родиона Александровича на счастливую совместную жизнь. Уважаемые молодожены, ваш брак зарегистрирован. Мы объявляем вас мужем и женой. Поздравляю. Жених, вы можете поцеловать свою невесту. Дорогие молодожены, отныне вы муж и жена. Отныне вы всегда будете в ответе за того человека, который вам сегодня доверил свою жизнь, свою судьбу, свою любовь. И в знак любви и согласия ваши свадебные бокалы. Первый глоток на радость. Второй глоток на счастье, а третий на любовь. Господа, вам не кажется, что на празднике стало немножечко горьковато? Горько молодым! Горько! 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 Секундочку. Шампанское. Чуть-чуть алкоголя. Ты будешь? Шампанское. Нет, спасибо. Мы не пьющие. А вы мне не поцелуете? Еще чего? А у моего папы Мазерати. Ну и что? Как что? Девушки любят Мазерати. Папе нужен твой совет. У него там земля простаивает. 50 га и как раз район подходящий. А Никитин может помочь с подрядчиками. Давай потом, а? Произошло очень быстро. Поздравляю. Совет да любовь. Я должен был сказать. Зачем? Я кто? Я никто. Ну, не обижайся. Правда. Господи, да замолчи ты наконец. Ты... Предложение скинула. От папы. Ага. Посмотришь? Угу. Иди сюда.
Ага. Андрианов! Ну что еще? Ну как это что? У тебя медовый месяц или как? Трудоголик чертов. Обещаю скупить. Купите Пастернака. Девушка, вы рассматривали здание Пастернака. Купите у меня, я отдам дешевле. Ой, спасибо, мама моя ищет. Смотри, Пастернака предлагают. Сколько? 300. Да вы что? Ну, не нравится. Ева? Здравствуй. Здравствуй. Где? Мам, идем? Сейчас. Возьмите так. Как так? Идем. Захотел. Что? Привет, Гуровская! Отлично выглядишь. Осторожно. Иди работай, работай. Это Сонька, помнишь? На свадьбе у нас была. Кто? Сонька. На, держи пакет. Медведь, осторожно, это же дорого. Ну-ка, показывай все собранные сокровища. Я нашел слоненка. Я ничего не нашел. Держи. А я нашла денежное дерево. Не в деньгах счастье. А чего? Господи, ну что ты там копаешься? Да уж. Все собранные находки остаются у вас. Ура! Привет. Привет. Как дела? Нормально. Ну что, уставился на людей? Пошли. Пошли. И там был... Посмотри сюда. Слушай, шикарный портрет получился бы. Да? Ну да. Ты мне льстишь. Ну ладно.
мою про 5 минут. Переключи, а, мам. Эту песенку мою. Я тоже хочу. Кусочек праздника. Ну, празднуй, пожалуйста, только потише. Это к тебе? Смотри. Под дверью оставили. Что это? А? Новый год уже, наверное, в пути. К нам мчится полным ходом. Скоро скажем с Новым годом на часах 12:05. Новый год он не ждет. Он у самого порога. 5 минут. Подарок. От кого? Тайного поклонника. Нет, ну правда. Что? В отличие от некоторых, он у меня есть. А значит, у меня нет, да, мам? Ну ты же это хотела сказать. Ладно. Ты куда, Соня? Привет. Привет. Ты как? Я не вовремя? Да нет, все в порядке. Заходи. Какой сюрприз. Давай, помогу. Спасибо. Я думала вначале позвонить, а потом решила, так. Вы одни? Да. Не надо разуваться. Проходи. Нравится? Свежо. А это она? Да. Красивая. Как вы справляетесь? Да как справляемся? Нас же трое, правильно? Соня, то, что ты сегодня пришла... Я просто подумала о вас. О тебе. Опа. Ты ждешь кого-то? Да нет, нет. Все нормально. Просто позвонить нужно было раньше. Это моя бывшая. Не успели просто разменяться. Слушай, ты подожди меня в этой комнате. Я тебя прошу, пожалуйста. Ну, подожди. Все, 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 нормально. Которые не сваливают кучу, свою дорогу. Никто толком не знает, зачем они.
справимся. Ой, с собой. Да, мы родились, не умеем. Да? Ой. Молодец. Давай сюда. Снимай. Привет. Соня! Здравствуйте. А у нас гостья. Да. С Соней будем да. играть. Иришенька, познакомься, это Соня. Отойди, отойди. Общественница из торгового центра. Пришла с подарками для нас, как для постоянных клиентов. Очень приятно. Спасибо вам за вашу работу. Вы знаете, я уже ухожу. Соня, да, ну так не надо, не вы можете остаться, мы вместе поужинаем. Да нет, вы играете со мной? Нет, нет, мне уже пора идти. Жалко. Хорошие у вас мальчики. Да. До свидания. До свидания. До свидания. Мам, можно с Соней пойду? Я пойду открою. Там же открыто. Мама, где наши подарки? Да, где подарки? А мы сейчас у папки спросим. Где наши подарки? Папа! Соня! Соня! Я тебе позвоню! Только попробуй! Итак, у нас 4 месяца на все про все. Справитесь. Сложно, но... Но можно. Правда, медвежонок? Сделаем. Сегодня вечером еще раз посмотрю ваш проект. Сегодня? Я уже отсмотрел пару-тройку участков и думаю, что один из них... Об этом не беспокойтесь. Мы уже видели отличные участки. Видели? Видели, видели. С вашим тестем. То, что надо. Ну вот и хорошо. Папа обрадуется. Папа. Ну, конечно. Вы простите, мы выйдем на пару минут. Пойдем. Извините, пожалуйста. Что? Пошли. Слушай, ну ты что, обиделся, что ли? Обиделся. Послушай, ты не смотрел и не смотрел. А у папы там отличная 50 га. Га-га, ты что, не понимаешь, что я эту землю не проверил? Какого черта лезешь? Руку пусти. Знаешь, как это называется? Подстава. И от кого? От моей собственной жены. Ха, жены. А я и забыла. Значит, сегодня нас опять ждет романтический ужин. Втроем, ты, я и твой ноутбук. Зато у тебя отличные отношения с моими кредитками. Ха. Представь себе. Жаль только, что ими нельзя оплатить. Любовь. Так. Не знала, что у медведя с такими большими возможностями такой маленький потенциал. Ну ты... Ну давай. Беги к папе. Не сомневайся. Ноги мои в твоем доме больше не будет. Жалость-то какая. Иди, дереби свой ноутбук. Слабак. Здравствуйте, девушка. Вам что, плохо? Нет, мне не плохо. Мне очень плохо. Ты что, больная? А документики ваши можно? Так. София. Художник. Мультики рисуешь? Занимаюсь оригами. Понятно. Держи. О, тихо. А кто платить будет? Тихо. Да ладно. Чудило, я тебе говорю, стой.
Я не мешаю никому. Секундочку. Тихо. Давай нормально. Давай, Эй, подождите. Это со мной. Подожди, что с тобой? Выстрел человек, с кем не бывает. Извините. Меня разберешь. Завидуйте мне. Давай, забирай его. Ну, извините, пожалуйста. София. Да? Документик. Чай, напои его. Да. Проезжай, проезжай, проезжай! Соня, я на даче. Доброе утро. Доброе. Пей. А ты что здесь делаешь? Я здесь живу. Ой. А я что здесь делаю? Что мы с тобой? Нет. Точно? Совершенно. Пей. Цикута. Сеня! Сень, ну чё ты мячешься? Ты бы сел. Ты думай башкой, что говоришь, сел! А что я? Сенечка, ну что? Чего ты стоишь? Чего ты стоишь? Иди сходи проверь, может проснулась. Иди! Лар, ты уже встала. Доброе утро. Доброе утро, мам. Ну, ты как? Нормально. Ну, тебе пора, жена будет волноваться. Не будет. Но тебе все равно пора. Ну, чай-то можно допить? Что?
Все. Гастрит. Я бы, наверное, без тебя вчера помер. Гордая. А я, между прочим, никого в своей жизни не спасал. Один раз попробовал, так на всю жизнь хватило. Ты спасал? Да. Честно спасал. Ешь. В детстве на речке. Козинки знаешь? Угу. Ну вот. Мне тогда лет 12 было, и... Ну, мы с родителями в выходной поехали туда. Тогда все из города туда ездили. Да. В общем, познакомился я с девчонкой. Белобрысая такая. Красивая. Ну, мы с ней купались, дурачились, в общем. Да. Ну, а когда я отвернулся, отвлекся, смотрю, а ее уже нет. Я в воду нырнул, ищу ее, на помощь зову. Сам чуть не захлебнулся. Кто-то из взрослых прыгнул. Тоже ищут. Ну, а когда ее достали, она уже не дышала. Я к ней рванулся, а меня отец в охапку, в машину и домой. А она? Утонула. Я тогда неделями ревел. Все отца винил. Бедный. Странно это. Недолго мучилась. Лара ушла. Лара! Лара! Доброе утро, пап. Доброе. Бедная девочка. Ой, стоп. Не размазалась? Изида, выйди. Уйди. На, звони. Кому, пап? Родиону звони. Пап, нет. Я вообще считаю, что вся эта свадьба с Родионом – ошибка. Если бы Боря не уехал, если бы ты его тогда не отослал. И у меня вода остывает. Ладно, иди, пап. Черт у твоего Борю! Боря, Боря, Боря! Папа! Он сам уехал в Англию. Решил постажироваться. Черт твоей матери, слышишь? Папа, пусти меня! Назвони мужу. Папа, он мне больше не муж. Зато я точно знаю, что он мой зять. Что это? Читай. Пап, как это под залогом? Вся компания? Наш дом. Теперь ты поняла? На, звони. Это твои? Да. Красиво. Что такое? Ты его знаешь? Нет, так.
Эй! Ушел. Ушел. Тебе пора. Ну куда я пойду? Я не хочу. Ты что, маленький? Ты же деловой человек. Теперь не найти. Теперь не найти. А пойдем гулять? Куда? Не знаю. Просто гулять. Пойдем. Что? Мама смешная. Какая сейчас дача? Ошиблись. А кто это? Кто я? Да, вы. Прохор Петрович. Какой Прохор Петрович? Позовите, пожалуйста, Родиона. Алло. Алло. Так. Подожди, подожди. Это... Давай помогу. Так. Итак, я сам. Я сам. Туда. От всего отказался. Мы ему писали, мы ему звонили. Чтобы на счастье. Нет. Нет. Так. Все, все, пора. Все, нет. Все, все, да, все, 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 ухожу, 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 ухожу. Ухожу, ухожу, ухожу. Ну, где же, наконец? Все. Я быстро, я вихрем. Застегнись, вихрь. Все, все, пошел. Нет, бабушка, не горим. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой.
Ну что стоишь? Давай, проходи. Я тебе сейчас все объясню. Не надо так со мной. Со мной, папа, так не надо. Свинья! Ну? Роди, сынок, привет. Ну, что за цирк, а? Родители на помощь позвала? Мне было страшно дома одной. Дома. Я пойду присяду, мне нельзя. Так, ты вещи собрала или нет? Не кричи, пожалуйста. Нет. Ну что ж, тогда уйду я. Послушай! Я просмотрел документы. Участок, что надо. Так что смело можешь подписывать. А может быть, я уже сам, а? Без советов? Да? Ну уж если ты такой самостоятельный, я могу надеяться, что моего внука будет отец. Какого внука? Ну, я хотела тебе сказать. Я тебя искала, но ты же пропал. Уже 5 недель. Поздравляем. Да, Родион. Привет. Ты где? Знаешь, не смогу сегодня приехать, у меня завал на работе. Буду торчать здесь до вечера. Ну да, конечно. Я перезвоню тебе, как освобожусь. Конечно, не волнуйся, я понимаю. Угу. Я скучаю. Я тоже. Вот здесь и вот здесь. Поздравляю вас, господа. Родион, я немного похозяйничаю. Не стесняйтесь. Наташенька, пожалуйста. Александрович, вот, только что доставили. Номер восстановили. Хорошо. Так что, Кукуровская, можешь нас поздравить. Мы с Роди скоро станем родителями. Очень рада за вас. Как назовешь? Назовете. Ну, рано об этом пока еще думать. А ты заходи в гости, Кукуровская. Зайду. Да, и кстати. Что это? Один человек нашел возле твоего дома. Не твой телефон? Не мой. Значит, не твой.
И муж тоже не твой. Мой он, поняла? Ой, Боря! Здравствуй! Здравствуй! Ну, проходи, спасибо. Проходи. Ну, ты стал просто дэнди. Спасибо, это вам. Мне? Да. Ой, ну что ты, спасибо. Это же Ларочкины любимые. Да. Ну, ты давай располагайся, а я цветы поставлю. Хорошо. Что ты? Иди ко мне. Тихо, спокойно. Тихо, 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 тихо. Скорее, 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 скорее. Господи, господи боже. Глупенькая, маленькая. Дурочка моя, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Все хорошо. Скоро будет сладкое. Сын, а ты что, уже не играешь? Выбыл, мама, выбыл. Я думаю, первые месяцы они должны пожить у нас. Ой, знаешь, не надо. Пусть живут отдельно. Бессонные ночи, заботы. Это сближает. Что сближает? Ничего, ничего, сын, это мы о своем. Слушай, пойдем в дом, а то я совсем продрогла. Пойдем. Давай, давай. Я выиграл. Ну, грустит. Тоже проигрался, пух и прах. Ну, ты будешь ходить или нет? Ну, давай, ну, сюда. Плесните. Налей что-нибудь, что ли? Ох, молодежь. Ну, что? Ходи, ходи. Ну, молодец. Как хорошо, что ты приехала. Как же я по тебе соскучился-то. Ты ведь не хотел никуда уезжать. Тебя ведь заставили, да? Заставили. А ты тут тоже время зря не терял. Замуж выскочил. Ребенка ждешь. Да нет никакого ребенка. Пока нет. Как нет? Ты с ума сошла? Подожди, подожди. Я не могу так. Там твой отец. Ой, Лара, что же у тебя всегда все так сложно-то? Я никому ничего не скажу. Я буду жить с мужем, а ребенок будет твой. Ты ненормальная. А ты мне зачем? Зачем ты за него выскочила? У нас все под залогом, все. Компания, дом, имущество, все. Ты о чем? Папа, банкрот. Мне нужен этот ребенок. Помоги мне, пожалуйста. Родя! Знаешь, а я, как и ты, здорово проигрался. Я знаю. Я тебя люблю, пап. Родька, ты чего? Все очень хорошо. Хорошо. Ну вот, все уже кончилось. Теперь надо просто жить. Зачем?
Так. Ключи от машины. Это что? Это детям. А от кого? От медведя. Подождите, постойте. Что это? Это вам. Удачи. Околел совсем. Ну, встань. Вставай, вставай. Давай, прими. Носить будешь вот это. Это тебе не столица. Здесь вот такое не модно. Ага. Давай, грейся. Грейся, грейся. Эх ты, червяк ты офисный. Так как, чайку? Или что-нибудь покрепче, а? Понятно. Ну, давай. Рассказывай. Теперь? Что теперь? Господи, что же делать? Что же делать? Сенечка, жизнь рушится. А девушка Соня с детской площадки. Соня? А, видите девушку? Вот. Это Соня. Спасибо. У кого Маня? Соня! Да? Иди сюда. Подождите. Иди сюда. Стойте, куда же вы? Здравствуйте. Вот, пришли к тебе, разговариваем. Спасибо. Здравствуй. Вы за мной следите? Да нет. Солнечко. Только у нее твердый характер. Когда вы ушли? Когда ты ушел? Она очень много плакала. Каждую ночь я это запомнила. Я сделал тогда ошибку. Очень обидел ее. Да, ты нас бросил. Нет. Я тебя не виню. Это все карма. Все женщины из рода Кукуровских. Да нет же, Сонь. Я вас не бросал. Как не бросал? Мама. Что? Это правда? Что? Это ты прогнала отца? Запрещала ему видеться со мной? Господи, почему?
тот вечер из шкафов были вытащены все наши семейные тайны. Ну все, мам. После войны мой дед встретил другую женщину. Домой он так и не вернулся. Хорошо. Бабушка замуж больше не вышла. Но деда простила, а мамы нет. Тогда она и придумала себе это проклятие Кукуровских. Что в нашей семье рождаются только девочки, и что все они растут без отцов. Эти фантазии ее утешали. Ей было по 30, когда она встретила моего отца. А через год родилась я. Потом мои родители часто ссорились. Мать следила за каждым его шагом, ревновала. А однажды просто собрала вещи, взяла меня на руки и ушла. Уехала, не оставив адреса. Сонь, дальше не могу проехать. Спасибо. Ну, удачи. До свидания. Лёш, открыто! Лёш! Соня. Привет. Привет. Я пришла сказать тебе спасибо. Так, ты давай заходи. Заходи, что ты там стоишь-то? А ну-ка снимай, раздевайся, раздевайся. Спасибо. Так, подожди, подожди. За то, подожди. Что... Так, снимай. Ты... Так, подожди. Пытался меня спасти на речке в детстве. Да я была той девочкой. Я не то говорю совсем. Так, ну-ка давай, давай, снимай. Соня. Я подумала, ты захочешь знать? Соня. Я сейчас уйду. Я посижу немного и уйду. Так, все, давай. Снимай все это. Проходи. Проходи, проходи. Мое желание сбылось. Я стала последней из несчастного рода Кукуровских. Разрушила проклятие, которого никогда не было. А через месяц у нас родился сын. Вот и все.